до получения травмы. Техническим нокаутом победу одержал Биржан Мансафира! Василий Белоус, Молдова! Thank you.
Я считаю, что наша команда набрала поступательное движение. То есть второе, третье место в первых двух сезонах. Говорит о большом потенциале. Поэтому вы были закуплены очень хорошие ведения, очень хорошие наши ребята. Поздравляю с победой. Успехов на будущее. Год только начинается. Ну как можно бить его? Опять. Вот она. Центр ринга. О, ушел. Сюда. Ушел. Наконец попробовал сюда. Сюда. И не надо бегать. Центр ринга. Вот он. А это же, вот он, симбоксер, он знает. От имени руководства федерации? Да. Я хочу поздравить. Да. Возможно, Булат туда, где вот? А вот здесь. А ребят, знаешь, что возьмете на руку здесь? Нет, уже сегодня, вчера решено, что финал будет 10-11 числа в Казахстане. Ну, мы сегодня определим вечером, где будет, либо в Алмате, либо в Астане. Ну, в Казахстане. Ну, ура! На вас большая, как бы, надежда, так что вы всегда должны был выиграть. Дайте мне жить и работать в нашей стране, потому что если вы... Продуйте, мне надо в Австралию давать с вами. Хорошо. Все, ребята. Ну я надеюсь, что я буду здесь жить.